Итак, мы находимся на месте съемки. Нам тут мешают снимать какие-то шумные машины. По многочисленным просьбам нам пришлось выйти, просто выехать, выбежать и делать быстрый репортаж, потому что наши подписчики решили, что мы должны снова и снова выходить. Так, мы находимся рядом с известным местом для Нарвы, Нарвский замок. Здесь прямо перед нами стоит знак, что возможен обвал. Сейчас я, дорогие зрители, вам его покажу. Вот он, вот камни, рисунок очень ярко показывает понять людям, которые здесь гуляют, что возможен обвал. Я бы не следовал, не приходить сюда вообще категорически. Это, я считаю, опасно не только для жизни, но и для вообще всего. Опасно для дороги, жалко будет, царапают камнями. А речка красивая. Вот. Классно было в целом. А теперь мы переходим к нашей заключительной части репортажа, которая всегда неожиданна. Да? Надо. Это же неожиданная часть. Так никто не ожидал, что я буду молчать. Тут малина растет. Вон там. Вот он. Наверное. Вообще мы приехали, по нашим данным, сегодня должны были переходить границу. Вот в этом месте нелегальные подпольщики, нелегальщики марихуаной. И мы должны за ними проследить. Именно здесь поэтому мы находимся и следим за происшествием на мосту, пока ни одного человека там не находится, к сожалению или к счастью. Но поскольку наша работа зависит от того, пойдут они туда или нет, это будет просто контент, настоящий контент, дорогие друзья. Поэтому мы сейчас прекращаем. Нам нужно идти быстро, подхватить, схватить, забрать, я не знаю, все.